24-летний сахалинец пойдет под суд за кражу автомобильных колес. Следствием установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый в 3 часа ночи пришел в гости к своему другу. Но радушного приема фигурант не дождался и решил прогуляться. Спускаясь по лестнице, его внимание привлек комплект автомобильных колес с дисками. Он хранился под лестничной площадкой в подъезде. Парень решил похитить и перепродать запчасти. Молодой человек перетащил и припрятал чужое имущество недалеко от дома, в районе кооперативных гаражей. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Уже днем фигурант вернулся на место, чтобы реализовать похищенное, но колес не обнаружил. На него заведено уголовное дело по статье «Кража», совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.